эфире «Модные дневники» на телеканале Fashion One и я, Светлана Румянцева. Какие ассоциации у вас вызывают город Сочи? Море? Безусловно. Но и не только, скажу я вам. Потому что сейчас я нахожусь в уникальном месте на Западном Кавказе – Красная Поляна. Свежайший горный воздух, потрясающая природа. В общем, одним словом, отдых и душой, и телом. Мода и путешествия всегда являлись неотъемлемыми частями друг друга. Изменчивая и капризная мода влияла не только на формирование умов и силуэтов, но и также задавала тон во всех направлениях жизни. Будь то выбор курорта, багажа или экипажа, неважно. Главное, это связано с путешествиями, отнюдь и не самыми безопасными. А пока я путешествовала, на новой волне происходят свои изменения. Кстати, это платье было изначально длинным, и по желанию конкурсантки мы его... По желанию главного режиссера, для того, чтобы оттенить прекрасные ноги нашей конкурсантки. На этом конкурсе я одеваю участницу от Греции, от Болгарии. Болгарская участница одевает одно из моих самых любимых при этом платьев. Финальное платье, которое состоит из трех частей. Давай начнем с твоих любимых вещей, потому что я уверена, что в первую очередь ты берешь именно их. Yes, I love the French style, французская женщина, и там есть всегда детали, которые, which make the difference. So, I'm a big fan of leather jackets, and I have a huge collection of this item. When you just do like a move like this. Я смотрю, ты уже взяла, видимо, это твоя любимая ботильон. Нелюбимый, но мне очень, конечно, нравится. Я очень люблю туфляки с каблуках для for the daytime, and I love high heels for the evening. So especially like this one that is like a killer heel. I find it very nice. Как называется ваша группа? Группа Voice KZ. А что на вас будет, если не секрет, конечно? Первый конкурсный день — это хит мировой страны, мы одеваем смокинг. Мы думали, это будет смотреться банально, но всем понравилось, сказали, очень так классно смотрится. Да, стильно. А на второй день мы еще пока решаем, еще не утвердили нам. Ну, надеюсь, утвердят. Дорогие друзья, хочу напомнить всем, смокинг – это никогда не банально и всегда актуально. Ребят, спасибо вам большое, до встречи и удачи! Okay, hi! Hi, how are you? I'm okay, thanks. No. I have to say, как дела? Yeah, you're right. Okay. Хорошо. Хорошо. Okay, Milene, tell me, where do you come from? I come from Jakarta, Indonesia. Do you know where it is? Yes, of course. It's my favorite place. So tell me about style there in Indonesia. The style? Yeah. The style of clothes? Yeah. So people really like traditional motifs, mm-hmm. because they have really nice batiks, and people are always dressing up somehow. Mm-hmm. In Jakarta, where I live, they always dress up like it's a party every day. So there's no normal day, it's always a party day. Okay, so tell me, what is your favorite designer in the whole world? My favorite designer, I have to say there are a few. I love Prabalgurung, Zuhair Murad. Mm-hmm. I love a classic one, Oscar de la Renta. There are so many, I cannot tell. But like the crazy one, I like Jeremy Scott. Okay, thank you so much. And I wish you good luck. Thank and, you so much. We will talk with you a bit 2 days later, maybe. Okay. Mwah. Thank you. Хорошо, но. Спасибо. Thank you. Thank you so much.
Ты подошел к концу еще один день нашего увлекательного путешествия здесь, на новой волне. Я, кстати, вам напоминаю, что мы находимся в Сочи. Кстати, в завтрашнем эфире не пропустите, уже будет жеребьевка, где каждый из конкурсантов... Подпишитесь на канал Fashion One на youtube.com и смотрите нас, когда вам удобно.